Радио «Вера» представляет. Сегодня, 6 апреля, предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает в этот день преподобного Захарию Постника, святителя Артемия, епископа Селевкийского, мучеников Стефана и Петра Казанских. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой «Тучная гора». Идет четвертая неделя Великого Поста. Из духовной литературы мы знаем много примеров великих аскетов и молитвенников, живших ранее. Так, по преданию, инок Зосима, встретивший в пустыне святую Марию Египетскую, вкушал в день три боба. Другие постники трапезничали только хлебом и водой после захода солнца, а некоторые не ели всю святую Четыридесятницу. Современному человеку трудно представить такое. Впрочем, по такому уставу не могли жить и все христиане дней минувших. Однако время все равно налагает свою специфику на соблюдение Великого Поста. Верующие работают в светских организациях, руководство которых не спешит отпускать сотрудников на великий канон Андрея Крицкого или литургию преждеосвященных даров. Не во всех служебных столовых готовят постное меню. Как же поститься человеку 21 века? Прежде всего, священники обращают внимание на то, что христианство – не религия еды. Поэтому не стоит ставить в центр поста свой стол. Это отнимает массу энергии и сил и подменяет понятие. Вторая опасность – усвоение мысли, что пост – это специальное время для молитвы, чтения Евангелия, творения добрых дел. Но христианину надо молиться, читать Писание и делать добрые дела вне зависимости от дат календаря. Опытные духовники отмечают, что возрастание в духовной жизни требует ровности и постоянства. Ведь и спортсмены устанавливают свои рекорды только после долгих тренировок. В эти дни на первое место выходит труд сердца, а всякого рода ограничения являются лишь средством для того, чтобы труд этот был успешным. Пост – это время оградить свои глаза и уши от излишней информации, чтобы сосредоточиться на себе внутреннем. Пост – это время пересмотреть свои отношения с близкими, коллегами по работе. Можно ли их называть по-настоящему христианскими? Или нужно что-то исправить? Преподобный Макарий Великий об этом пишет. «Если не находим в себе обильных плодов любви, мира, радости, кротости, смирения, простоты, искренности, веры и долготерпения, то тщетны и напрасны были все наши подвиги. Потому что всякое таковое делание и все подвиги должны совершаться ради плодов. Если же не оказывается в нас плодов любви и мира, то вообще и напрасно совершается все делание». Чтобы подчеркнуть важность некоторых праздников, церковь отмечает накануне предпразднества. Оно может длиться от 1 до 5 дней. В это время на богослужении начинают употребляться молитвословия и песнопения, посвященные данному празднику. Так, сегодня в храмах уже можно услышать праздничный тропарь Благовещения, который начинается словами «Днесь спасение нашего главизна». Сегодня спасение нашего начала. Таким спасением для всего человечества стало воплощение от Преснодевы Марии Богомладенца. Радость и благоговение – вот два настроения этого праздника. Радость от грядущего смысла торжества. Оно заключено в самом слове «благовещение», что значит «добрая радостная весть». Это весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. А благоговение – перед необычайным чудом Боговоплощения, таинственно совершившимся более 2000 лет назад в Назарете. Дню предпразднества Благовещения Пресвятой Богородицы посвящено песнопение «Тропарь». «Сегодня всемирной радости начатки, песнь предпраздничную воспеть повелевают. Ибо вот Гавриил приходит, неся Деве радостную весть, и к ней взывает: радуйся, благодатная, Господь с тобою». Преподобный Захария Постник Печерский жил на рубеже XIII-XIV веков,
Он подвязался в Киево-Печерской лавре в дальних пещерах. По преданию, строгость его поста доходила до того, что Захария питался лишь после заката и не ел ничего, кроме травы. Захария постник прославился тем, что по его молитвам изгонялись бесы и излечивались душевные недуги. По преданию, преподобный своим постом и молитвенной жизнью удостоился видеть ангелов. В лике святых преподобный Захария был прославлен в 17 веке. Мощи инока покоятся в дальних пещерах. Над ракой находится икона с портретом преподобного Захарии. Правую руку он прижимает к сердцу, а левой, открытой ладонью, словно благословляет молящихся. Церковь прославила преподобного Захарию постника как праведника, ставшего примером монашеской жизни. Мы просим святого, уповая на него как сомолитвенника перед Господом. Моли Бога о нас. Святитель Артемий жил в первом веке. Он родился в городе Селевкия в области Писидия. Этот район Малой Азии сейчас входит в состав Турции. А раньше окруженная горами Писидия так до конца и не покорилась Римской империи. Сюда отправился на проповедь апостол Павел. Артемий стал одним из первых его учеников. Среди всех христиан Селевкии он выделялся благочестивой и добродетельной жизнью. И когда пришло время избрать первого епископа Селевкии, все единогласно назвали Артемия. Его руку положил сам апостол Павел. Сохранились свидетельства того, что паства горячо любила епископа Артемия. Он не оставлял забот о бедных членах общины, сиротах и вдовах всего города, выступал защитником обездоленных и гонимых. Святитель Артемий прожил долгую жизнь и скончался в глубокой старости. Чествуя святителя Артемия Селевкийского, церковь напоминает о важности дел милосердия. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне», — заповедал нам Христос. Мы обращаемся сегодня за милостью к святителю Артемию и просим, моли Бога о нас. Мученики Стефан и Петр жили в 16 веке в Казани. Они были родом из татар. Больше 20 лет Стефан не мог ходить. По преданию, после крещения он получил исцеление. В это время Иван Грозный вел переговоры с Казанью о возможном мирном вхождении ханства в состав Руси. Хан Шихали был против. Вместе с войском он бежал в крепость Свияжск. Многие русские торговцы и военные, не успевшие покинуть город, подверглись избиению. Пострадали от соплеменников и новокрещенные татары. За то, что Стефан не желал оставлять христианство, его казнили. Мученика Петра родственники силой держали в доме, надеясь, что он отречется от новой веры. Но Петр отвечал на все уговоры. «Отец мне и мать, в Троице славимый Бог, Отец и Сын и Святой Дух». Тогда семья сама выдала его на истязание. Спустя полгода Иван Грозный взял Казань. Через некоторое время после гибели мучеников началось их народное почитание. В 1592 году митрополит Казанский Гермоген, ставший впоследствии патриархом московским и всея Руси, стал инициатором канонизации Петра и Стефана Казанских. По преданию, мощи святых покоятся у Тайницкой башни Казанского Кремля. Церковь чтит святых Стефана и Петра. Отдав однажды сердце Христу, укрепляемые Господом, они до смерти стояли за избранную ими веру. Мы просим святых мучеников, молите Бога о нас. Икона Божией Матери, именуемая Тучная гора, 400 лет назад хранилась в одном из тверских монастырей. Тверской горожанин Косма Волчанинов с помощниками проводил в храме обители ремонтные работы. Настоятель остался очень доволен их трудами и подарил Волчанинову икону Богородицы. На иконе Пресвятая Богородица изображена стоящей на полукруглом возвышении, горе. На левой руке ее Богомладенец с благословляющей десницей. В руке Богоматери небольшая гора, на которой видна церковь с куполами и крестами. Образ передавался из поколения в поколение.
Но один из правнуков Космы, сочтя икону слишком ветхой, вынес ее на чердак. Тем временем в его семье чуть не случилась трагедия. Невестка решилась наложить на себя руки. Но на пути ей явился некий монах. «Куда ты, несчастная, идешь? Воротись назад, помолись Божьей Матери Тучной Горе и будешь жить хорошо и покойно», — сказал он. Взволнованная женщина рассказала все близким. Икону тотчас отыскали и поставили в доме на почетное место. Последний владелец передал икону Тверскому храму Смоленской иконы Божией Матери. Он объяснил: место, на котором построена церковь, самое высокое в городе. На эту гору жители во время наводнений сносили свое имущество и здесь спасались сами. Пусть же Царица Небесная, Тучная гора, почивает своей благодатью на этой горе. В годы революции икона была утрачена, но сохранились списки со святыни, по молитвам к которым совершаются чудеса. Молитва «Кандак» иконе Пресвятой Богородицы, именуемой «Тучная гора», в переложении на современный русский язык звучит так. «Избранная от всех родов людских, Пресвятая Богородица, сосуд чистый, невмещаемого вместившая, гора, пределы которой достигают Царствия Божие и возводят ко Христу тех, кто зовет тебя, радуйся, Царица Небесная, гора тучная, которой к людям сошел Бог».